Здравствуйте! Сегодня буду готовить ленивую медовую пахлаву. Она делается легко, быстро и просто. Нам понадобится тонкий лаваш 2 штуки, масло сливочное 100 грамм, мед 200 грамм, а также грецкие орехи 200 грамм. Лаваш смазываем сливочным маслом. Обязательно смотрите, чтобы лаваш был свежим. После масла аккуратно наносим толстым слоем мед. Тоже хорошо его распределяем. Лаваш засыпаем измельченными грецкими орехами. Орехов не жалейте. Чем больше орехов, тем вкуснее. Лаваш с начинкой сворачиваем очень плотным рулетиком. После того, как свернули рулет, нарезаем его произвольными кусочками. На застеленный пергаментом противень выкладываем наши нарезанные кусочки. Получившиеся рулетики хорошо смазываем сливочным маслом. После этого убираем их в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут. Вот такая вкусная пахлава у меня получилась. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.